Последние минуты подготовки, и вот нарядные Дедушка Мороз и Снегурочка направляются к автобусу. К слову, автобус не совсем обычный. В рамках акции «Новогодний маршрут» в Полоцке курсируют автобусы с артистами. Наша миссия – подарить хорошее настроение нашим горожанам, потому что суета забирает хорошее настроение. Немножко волшебства хочется добавить в эти предновогодние дни. Реакция людей различная. Большинство встречают с улыбками, с подпевками. Все готовы к новогодним праздникам. Даже грустные лица озаряются прекрасными улыбками. Все выходят в хорошем настроении. Организаторами являются отдел идеологии и по делам молодежи Полоцкого района исполнительного комитета совместно с филиалом автопарк номер 2 города Полоцка, учреждениями образования, а также Белорусским республиканским союзом молодежи. Песни, пляски, загадки – в таком автобусе уж точно никому скучать не приходится. Предновогодние праздники такие автобусы курсируют уже 5-й год подряд. К слову, равнодушным не остается никто. Новогоднее настроение, все хорошо и отлично. Что больше всего нравится в таком автобусе? Настроение, конечно же, в первую очередь. Украшен красиво, все весело, хорошо. Поднять жителям города настроение и вместе с тем прочувствовать вкус наступающего Нового года. Такую акцию планируют продолжать и в году следующем. И все для того, чтобы предновогодняя атмосфера царила не только в домах, но и в сердцах каждого. А это ли не главное? Ольга Войтова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.